Дорогая, такая вкусная курочка. А что-нибудь еще есть покушать вкусненькое? Да, сейчас чаечек будет с пирожками, с грибочками. Молодец, пирожки напекла. Да это не я напекла, это наша соседка приходила, баба Нюра, угостила нас. Я эти пирожки есть не буду, ты что, ты не ешь. А что это? Да мне вон Витька с третьего этажа рассказывала. Че? Она, баба Нюра-то угостила его грибочками, но он их поел вечером на ужин. И что? А потом всю ночь помогал детям домашнюю работу делать. Ну и что? А то, что у Витьки-то детей отродясь не было. Ну вот так вот, представляешь? Где там эта баба Нюра-то грибочки собирает, непонятно. Ой, дорогая, привет. Привет, любименький. Я так наработался, у нас есть что-нибудь покушать? Конечно, весь день готовила. Борщик сделала. Котлетки с пюрешкой. Классно. Да. А компот? И компотик, конечно. Здорово. Давай ручки мой. Сейчас я... Давай скорее. Привет, дорогая. Привет. Что-то я так умотался на работе и жрать хочу, прям как Бобик. Есть что-нибудь покушать-то? В смысле, а что, ты на работе не поел? Нет, не поел, представляешь? Надо было поесть. Ой, любимая, я так хорошо покушал. Пойду-ка я немножко покемарю. Давай, иди, а я пока журнал почитаю, здоровье. Слушай, а почитай мне его вслух? Я так, может быть, быстрее усну. Ну, давай. Ой. Так, спать на левом боку вредно для сердца. Как так-то? Спать на правом боку вредно для печени. Спать на животе вредно для кишечника. Спать на спине вредно для легких. Журнал здоровья желает приятных снов. Ой, какой тут приятный сон. Блин, пойду что ли пожру. А ты будешь? Угу. Ну пойдем.